Я всех приветствую, как меня слышно? Есть, да, отлично. Так, сегодня у нас вторник, 23 февраля. Вчера день такой был довольно-таки непростой. Вчера вообще готовился больше к этой неделе, анализировал предыдущую. Были моменты, да. Опять же, каждый день есть моменты, вопрос, стоит ли энергию тратить и быть концентрированным полностью на каждый день. Конечно, нужно, но вопрос, хватит ли для этого эмоциональных и психологических сил. Сегодня день у нас обещает быть не намного лучше вчерашнего, но опять же есть эмитенты, за которыми однозначно нужно последить, посмотреть, как они будут двигаться, возможно, какие-то действия там и предпринять. Но пока в общем ситуация, то есть по этой неделе. У нас экономик календарь на эту неделю. Неделя довольно-таки насыщенная новостями. Опять же, они все в основном до открытия. Это разве что за SPY следить, да, либо если кто-то на фримаркет, либо кто-то держит, вернет позиции, там, решает, как действовать. То есть вот, очень часто 8:30 время, 9:00 какие-то могут быть движения непосредственно, вот если мы говорим про SPY, то есть какие-то свечи там могут образовываться, но опять же, для тех, кто будет перед началом рынка. По Европе, Азии, вкратце можно сказать, что там небольшой такой у нас идет спад, абсолютно небольшой, то есть идут новости, что Китай вливает там десятками миллиардов опять в свой рынок, и в принципе пока каких-то таких опасений, что мы опять будем продолжать, нет, но опять же, много разговоров, разговаривать можно очень много. И специальные люди, которые только этими разговорами и занимаются. Но у нас другой момент. По Европе тоже у нас отрицательная тенденция. По Америке, то, что я вижу, пока минус 1% нефть, но при такой стоимости это всего лишь 33 цента. В данном случае 36, то есть немного. И фьючерсы, можно сказать, у нас нулевые. В такой ситуации я всегда рекомендую обращать внимание на бумаги, где есть какие-то новости, возможно, есть какие-то интересные дневные левелы. И то, и другое я сегодня увидел, отобрал и некоторые вещи могу показать. Самое большое противоречие, которое у нас тут есть, сегодня это две бумаги, это Western Digital, да, дневной график, 5-минутный, и SanDisk. Уже не первый далеко день ходят разговоры насчет покупки. Вроде даже уже выходили новости, что Western Digital SanDisk все-таки покупает. Потом пошли какие-то опровержения, потом вмешались товарищи из поднеместной, то есть китайцы, которые определенный фонд предложил инвестировать в SanDisk более чем 3 миллиарда долларов. Но опять Western Digital там начал более активно себя вести, да, и вроде как китайцы отступили. В общем, новость на новости выходит и новостью погоняет. Это я про Digital и SanDisk, если мы в Finvizio включим. То есть там постоянно какие-то у нас тут опровержения. Кто-то отказывается, кто-то говорит да. То есть вроде как последняя новость все-таки во втором квартале покупает. Разные цены, то есть там 68,5 по SanDisk до 78,5. То есть какие-то постоянная какая-то дезинформация, вроде как купили, а вроде как и нет. То есть еще я дил, то есть там стопроцентного еще не видел такой новости. То есть где-то может какие-то слухи, какая-то инсайдерская информация, но вот есть такие вот у нас новости. SanDisk вчера очень неплохо, то есть то, что мы любим, держал цифры, да, вот такие вот были небольшие на зоны сопротивления 68, 67, 50, очень неплохо он двигался. То есть, что будет сегодня? Но опять же, нужно последить. То есть, тут нет какого-то рецепта, что делать, если есть слухи по одной из, либо по двум акциям, как они будут действовать. Тут нужно дождаться. Лучше дождаться вот таких вот проторговок. И однозначно, если вы будете смотреть SNDK, и у вас будет там какая-то идея, может, я не знаю, ценовая, посмотрите, как будет вести себя также Western Digital. То есть, если есть какая-то поддержка, например, у одной из бумаг, но вторая начинает резко
пробивать новый хай, начинает идти на хаи, да, свои, и я не рекомендую в этот момент заходить в шорт. Ну, к примеру, да, такой сценарий с андиском, там есть какие-то цифры интересные, вы хотите взять бумагу в шорт, а в S&D жетон начинает пробивать там 44, 45 и так далее, или вверх. Ни о каком шорте в данный момент речи быть не может. То есть в паре я бы смотрел вот эти вот два эмитента в данном случае. Так, ну, они, в принципе, даже очень сейчас у нас где-то и похожи. Но SanDisk, по крайней мере, вчера был. И, опять же, нужно читать новости. Бывает такое, что какие-то резкие всплески, как в одну и другую сторону в течение торговых сессий, вот в таких вот эмитентах действительно могут быть. Это не значит, что их не стоит торговать. Нет, но нужно быть готовым ко всему. В принципе, на рынке нужно быть готовым ко всему, но вот есть такой момент, и будьте осторожны в этих бумагах. Но то, что они будут ходить, это велика доля вероятности. Дальше, 5-сети. Есть у нас такой вот биотехнолог. Ну, как только вы видите биотехнолога, как только вы видите, что он теряет уже практически половину от своей той цены, которая была вчера, понимаем, да, то, что тут FDA вмешался. FDA сказал нет. Я так понимаю, на какие-то тесты я как начал тут термины медицинские читать, понял, что сломаю язык и решил туда не углубляться. То есть какие-то тесты все-таки сказали повременить. И вот мы видим 5-сети. Ну, не первый раз, да, за последние 4 месяца. Ни один у нас эмитент, то есть терял. Бывало, бумага из 100 долларов падала на 30, то есть разное было. И я думаю, вы помните, что первый день в таких бумагах очень опасно. Конечно, можно прокатиться там, можно зато попасть в какой-то холд, то есть на какое-то время бумагу могут закрыть, если она будет и дальше валиться. То есть, опять же, возможно, все что угодно, но на вот эту неделю, то есть это эмитент, который будет в портфеле, однозначно может завтра быть ситуация, когда 5-сети даст хорошую точку входа, там может потенциал будет даже 50 центов, но риск будет там 3,7. Ну, условно говорю, поэтому 5-сети однозначно попадает на наши листы, и за этой бумагой стоит последить. То есть уже 3 эмитента мы имеем. Да? Далее. Вчерашний отчет у нас DF, несмотря на то, что он у нас был положительный, вот так вот инвестора отреагировали, то есть там небольшой, несколько центов, насколько я помню, буквально earnings лучше аналитиков, но вот так вот отреагировал маркет. И в таких случаях, ну, практически в лоу мы закрылись. Есть у нас определенный лоу, да, 18.60, 18.50. Я бы посмотрел, возможно, еще выйдем ниже. Тут интересные вот такие вот были цифры, типа 19. Сейчас находимся ниже. Выйдем ниже, я думаю, есть смысл работать с ней на понижение. И DF может даже и не будет реагировать на маркет, то есть на его движение. Далее, LL все в своих судебных разбирательствах. Вот нижняя граница. Пока да, то есть закрывали мы все ближе к 11, чем к 12, но, опять же, такая зона, что сюда часто бумагу начинают откупать, тоже эмитент довольно-таки новостной, но если с точки зрения техники смотреть, то там ниже 11, 30, 11, 40, я думаю, есть смысл открывать шорты, даже вот этот будет первый потенциал, а там как ситуация пойдет. LL у нас на самом деле, да, такой склонен к гэпам, склонен к каким-то постоянным новостям, там судебные вроде уже закрылись, но то есть там еще долго бумагу будут возить, кто-то даже в овернайты здесь набирался, зная, то есть разная публика у этого эмитента, но, опять же, какую-то ясность нужно искать, и понятные какие-то вещи. Если вам непонятно, в данном случае, как работает цена, лучше ее не трогать. Далее, VRX. VRX дал нам подсказку очень классную в пятницу, то есть вот такой день закрылся в лоу. То такие моменты ловят, то есть вот такая вот дневка у нас, иногда даже заходит первыми какими-то принтами, ну, соответствующий риск. То есть я понимаю, что у кого там дневной лосс 25-50 долларов, если у вас нет какого-либо запаса, может быть, который уже вы сделали в течение месяца, либо в течение этого дня, то заходить туда нереально, абсолютно нереально, но, опять же, нужно себе честно ответить, если вы хотите в будущем
желаете, да, какие-то движения брать по 4-5 поинтов, то вы не сможете. Ну, то есть это бывает, ну, раз, я не знаю, в полгода может, с риском там 10 центов зайти в бумагу и просидеть там 3-4-5 долларов. То есть чудеса, конечно, бывают, но это очень большая редкость. По сегодня, кстати, да, было это связано с тем, что, ну, вообще-то тут у нас вот такие вот 250 просто так бумага не падает на 100, да, за месяц. Опять же, негативные новости, там вроде как в мошенничестве компанию подозревают. И вчера вышла новость, что они там будут пересчитывать, вот так вот интересно, да, какие-то свои финансовые результаты за прошлый год. То есть, опять же, вплоть до того, что, я думаю, в таких компаниях могут быть и какие-то расследования, и SEC может заняться более серьезно. И, по этим мне, там, где 70 долларов цена, либо 80, да, там может быть в данном случае, если будет investigation, это будет и 40, и 30, и 20, без проблем. То есть не нужно думать, что если она уже столько упала, она уже ниже не упадет. Сегодня, я думаю, для шортовиков даже было большой радостью, что сейчас мы имеем определенный gap-up, да, то есть уже вот этот вот запас. Но опять же, кто не располагает рисками, я думаю, VRX смотреть нечего, но вот саму ситуацию, саму дневку, да, почему это привело, как закрылся эмитент. У эмитента был премаркет. Я думаю, тут на самом деле пища для размышления, как в подобной ситуации действовать, возможно, бумага, которая дешевле, где есть какая-то дневка, где бумага идет на понижение, я думаю, есть предостаточно. На самом деле многие учатся и набивается какой-то опыт даже в тех бумагах, и не нужно говорить, что там у нее был риск сумасшедший. Главное, что какую она вам дала информацию, которая вам поможет в будущем заработать в подобных моментах. Дальше, что мне еще интересно? Мне интересно золото. То есть GDX у нас фонд, находимся мы на верхах. За последний месяц золото серьезно со своих нижних границ выросло. И GDX уже около 19. То есть, да, тут может какой-то разворотный момент быть, но пока зачем разворачивать этот тренд? Одно дело, если мы сейчас какие-то красные свечи начнем на объеме пускать вниз, это да, там уже можно думать о развороте. А сейчас пока, я думаю, стоит думать только о продолжении тенденции. То есть GDX фонд 19 долларов, очень неплохая цена. На этом фоне тот же NEM, да, то есть у нас есть 26. Мы уже тут 20. То есть, в принципе, находимся довольно-таки высоко. И вот у нас OBX даже выше 13. То есть бумаги, может, которые не очень дорогие, золотые, немного ходят, но если мы включим Gold, там, допустим, RGLD, то видим, сколько они могут пройти. Я бы ориентировался на фонд однозначно. Даже, может, подкупил бы его где-то здесь ближе к 19, либо на пробитие. То есть вариантов предостаточно. Золото это такой интересный эмитент, когда он, если идет, то, поверьте, идет. Но очень часто идет против рынка. Опять же, если будете торговать золотой стак, не забывайте про то, что есть фонд GDX, и однозначно он должен быть на графике. Что еще? Чисто технически, это для любителей теханализа, наверное, я пока, у меня они на длинном листе были, да, PHM, что мне, вот такая вот девка, это у нас Residential Construction, то есть это строители, да, выходим мы выше вот этих вот границ, такой же практически чарт, как у KBH, вот вчера DHI на объеме прошел, то есть может за собой и потянул часть индустрии. Пока нет никакой новости, конечно, да, тут заходить, потому что выше 17, я думаю, смысла нет, хотя опять же, тут небольшие риски, кто ищет небольшие риски, это именно те бумаги, наверное, типа PHM и KBH. Вот, возможно, после вот этих вот пробитий, может быть, нужно надеяться на то, что будет приходить какой-то объем, ATR у них невысокий. По-моему, у PHM 60 центов. Ну, мне просто было интересно за этой индустрией наблюдать. Вот, поэтому PHM у нас выше 17, вот такой вот интересный момент, но объем довольно-таки еще небольшой, то есть однозначно нужно подождать, то есть какой-то всплеск пойдет, 18-20 цель, я думаю, те, кто среднесрочно сидят, сходят, я думаю, именно такие цели ставят собой, опять же, придет объем и бумага будет ходить и выше своего ATR. То есть вот такая вот идея,
Разве что посмотреть, да, вы посмотрите, как будет себя вести бумага, если она пробивает вот такое вот определенное интересное сопротивление. Но опять же, это далеко не первый лист у меня, далеко не первый лист. Дальше, что интересно, CONN. Вот так вот, да, у нас бумага. Пришел объем. Она начала выходить с своих нижних границ. И вот видим вот такой вот момент. Причем буквально мы начали они выходить ниже. То есть это очень неприятная ситуация для кого? Для того, кто набирал позиции в лонг. Да, бывает такое, что это на премаркете бумага отходит ниже, потом начинает идти, даже пробивает 19. Но опять же, очень себя могут некомфортно чувствовать после вот такого вот момента. То есть находимся мы уже где-то посередине, и бумагу могут даже возвращать к нижним границам, даже 15. То есть CONN не самая толстая бумага, но вот за счет того, что она не очень толстая, она бывает очень неплохо и быстренько ходит. По отчетам посмотрим. Интересует меня SPN. Несмотря на то, что стак у нас нефтянка, вот вчера у нас даже был определенный гайденс, 8K формы была, и очень плавно он прошел и лоу закрылся. Когда вот так вот лоу закрывается бумаги, бывает очень часто он имеет продолжение. То есть потенциал тут до 8.50-8.40 он присутствует. Пусть не смущает то, что бумага там стоит $10. И бумаги ниже $10 могут ходить и доллары полтора. То есть вот SPN, LAMR, что интересно, вот такая вот дневка, да, пока нет никакого премаркета, я не советую смотреть там с 9.30 данную бумагу. Это у нас отчет, но отчет отрицательный и гайденс отрицательный. Я понятия не имею, где она откроется, но если она все-таки негативно эти новости пока что очень негативные воспримет, то, я думаю, корректироваться мы будем однозначно. То есть искать точки на шорт, но опять же, нужно посмотреть, как мы будем открываться. Очень странно, что бумага, имея отрицательный гайденс и отрицательный отчет, не имеет никакого премаркета. Дальше Вико. Это у нас скромный положительный отчет, буквально на 1 цент, по-моему, на 2. И отрицательный гайденс, вот уже, вот что я называю бумага на плохих новостях. То есть она уже у нас в этих вот значениях, то есть практически на лоу своих находится, даже ниже, вот 16.50. Ну вот, в принципе, вариант того, что если сейчас не будем отыгрывать выше, однозначно нужно работать будет на шорт, если будет работа оффера. То есть готовьте сразу, здесь будет оптикрул с самого утра, Вика, в принципе, вариант. Из популярных бумаг, отчитывающих Fitbit, Low, то есть не так давно у нас была IPO. Несмотря на то, что положительный отчет, все равно ее ниже уводят, да. Я не сторонник, опять же. Мне очень нравится такие методы торговать. Хотя бывает очень неплохо ходят, но это большая редкость. И, честно говоря, мне бы Fitbit интересовал где-то в средний срок, но опять же, цена какая-то должна быть пониже, какая-то уже определенная поддержка. То, как он себя ведет, ну, пока нет какой-то идеи. Супермега. Можете посмотреть, конечно, на отчет бумага может хорошо ходить. Тут будет объем однозначно. Поэтому почему нет, если будут хорошие точки входа. THC Hospitals, положительный отчет. Я просто люблю эту индустрию смотреть. То есть CYH, UHS, HCA и так далее. THC сегодня отчитывается, дал нам положительный отчет пока что. Но, опять же, не понятный премаркет, и лучше подождать как минимум 30-40 минут, посмотреть. Но если действительно будут какие-то у нас движения в данном эмитенте, это, наверное, больше уже трейдинг либо на вечер, либо на вкратце пробегу, посмотрю, что у нас сейчас на премаркете. Я думаю, то, что мы назвали, это будет Fit, Код, Кон. То, что мы смотрели, то, что есть у нас на объеме. HD это у нас тоже отчет. Но дорогой, правда? Дорогой это наш отчет. Вот у нас вот в этих мы значениях находимся. Ну, дневка непонятна. То есть одно дело, если мы где-то здесь открывались, либо тут, было бы очень более интересный какой-то момент. Открываемся где-то посередине. Значит, HD я буду смотреть там последние 2 часа. Ну, посмотрю, как он себя там ведет. А вот так вот, чтобы сейчас какая-то идея со старта, ну нет ее.
Дальше, что еще? Я вижу, 5 сети называл, Western Digital называл, Util NEP, что у нас? Есть объем 40, ой, даже не смотрите сюда. MVRX, на манеже все те же. То есть, в принципе, основную часть вот так вот, не очень много, то есть нет какого-то рога изобилия. Опять же, может это к лучшему. Вот так вот я вижу на сегодня эмитенты. Конечно, какие-то будут прибавляться у нас там после 10 часов, но вот то, что можно на данное время сказать, я озвучил. Такое видение на сегодня. Всем удачи и хорошего дня.